Ну что ж, мы пошли по тропинке. Через железнодорожный рельс, по которым ездят поезда. Вот он, пляж Белые скалы. Такие они, Белые скалы, они действительно здесь есть. Обычная достопримечательность. Угу. Они в самом деле белые. Белые скалы. Ну, насчет прозрачности. Я, конечно, потом возьму маску поплавать, но я отсюда вижу все. Ее здесь нет. Да. Так же сейчас. Я вижу воздушный шар. Это не воздушный шар. А что это? Мото-дельта-планерист. Как-то так. Это те, которые разгоняют тучи? Это те, кто с парашютом и пропеллером, как Карлсон. За спиной. Ты Карлсон. Прогноз погоды как ожидается. Здесь дожди как на Новороссийске, да? Угу. Сильные такие. Угу. Какая красота. Дай камеру. А это вот, который пансионат, да? Он поставил. Пансионат собрался на стоят. Так, какие пансионаты забросаны стоят. Так, какие заброшенные дома тут. Какие деревья тут? Арбуза. Нам бы, кстати, в магазин, да? Может, в другом Афоне поищем. Да, а здесь цен нету. Вот сюда. Ну, солнышко выглянуло. Или просто, видишь, мы от точки уехали. Скорее всего. Ну, тогда она небольшая. Так, а сегодня в горах будут выгрузки. Там, где мы были вчера. Они, собственно, надо не взять. Вот там мы где-то и были. А там все затянуто. ДПС с коровами. Какая прелесть. С одной стороны коровы, с другой стороны ДПС. Это вот пс. Дороги лежат. Дорожного движения, да. Нет, ты как же так?
играются. Это они играют? Съезжаем мясо. О, они тут сюда тут по 100 ДПС портят. Макдональдс тебе пора. Коровка. Хочешь ты котлетку? Пещеру большую. Открывали снизу улицы. Новофонский монастырь. Ну, а там продали билеты на 15-20 пещеру. Пару часиков погуляем и пойдем. Приехали в гроту, типа новоафонский. Вот, Греция Афон видели, правда, со стороны. Это вот типа его филиал здешний. Да. А что же там еще красота? Похоже на там. А это железная дорога. Сыре. Река. Река. Вот что это такое. Такая вот железная дорога. Вот, 30 минут походить. Вот так вот. Келья. Скальный след. Ох, какой заброшенный туннель. В общем, будем ждать экскурсию. Ух, какая речка. В тенеке у речки. Прохладный. Добро пожаловать в ущелье реки Псырцха на территории национального новоафонского историко-культурного заповедника Накопия. Меня зовут Милана, и сегодня буду вашим экскурсоводом. Ущелье Псырцха, по которому мы с вами пройдем, славится своей живописностью, карстовыми пещерами, а также христианскими святынями, главной из которых является келья святого Симона Канонита, одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Эта келья и станет для меня 4 нашей экскурсии. Большая просьба не отставать от группы, не разбегаться, фотографируйте, снимать будете на обратном пути, у вас будет достаточно количество времени для этого. Когда доходим до кельи, там я вас оставлю и бросайтесь самостоятельно. Договорились? Да. Теперь следом за мной. Рисуем. Рисуем. Писатели, многие другие исследователи, 17 христианства были заброшены на территорию Абхазии еще в первом веке после Рождества Христова.
Спустя 20 лет по вознесению Христа Спасителя апостол Андрей Первозванный и Симон Канонист прибыли на Кавказ, Сибирь, Черное море и в Абхазию. Симон Канонист остался здесь для проповеди христианства, а Андрей Первозванный отправился дальше для Меджугета к современному Новороссийску. Раньше Абхазия находилась под властью Византии, и в целом на Копии находился Римский регион. Сейчас мы находимся на камне, на котором Симон Канонист оставил свой след, известным образом доказательство того, что он является одним из апостолов. Но после того, как местные жители, скажем, не поверили его словам, римские легионеры повели его чуть выше главного места, куда мы скоро подойдем, где по преданию укрыли ему мученическую смерть. На обратном пути вы сможете прикоснуться к высоте, помолиться и поставить свечи. Но теперь все идем дальше. Итак, перед вами бетонная плотина, которую местные жители также называют вторым водопадом. Раньше на этом месте образовывалось болото, что вызывало малярию на другие опасные болезни. В целях предотвращения этого была построена арочная плотина, которая находится ниже по ущелью, носит название Новоафонский водопад. Эта плотина была построена по проекту инженера Беняжского в 1882 году. А вторая плотина, которую мы с вами видим перед собой, была построена монахами в 1903 году. Кроме этой плотины, монахи также построили мосты через реку и каменный бездонный канал Акведук, который мост стоит на противоположной стороне. До протяженности 430 метров, и с тех пор чистейшая вода каждого происхождения по этому каналу поступает в новое место. Точно такая же, что в этом источнике, и дальше он является святым, а обратно пути вы сможете набрать или выпить воды. При желании можете окунуться в воду, температура воды не превышает 10 градусов тепла, сколько вы можете. Пожалуйста, чтобы там. А теперь следим дальше. Так, по воду забирают. Ползет. Справятся? Угу, ты чё? Итак, перед вами лобное место. Считается, что именно здесь был убит святой апостол Симон Канонист. Внизу на дне реки, если приглядеться, вы сможете увидеть камни с красноватым оттенком. Считайте, что это несмываемая кровь святого апостола. Симон Канонист был захоронен на первом водопаде под храмом, который был построен в 9-10 веках и по сей день носит его имя. Но сейчас, к сожалению, этот храм находится на реставрации и посетить его не сможете. Но если спуститесь вниз по ущелью к первому водопаду, то сможете его увидеть. Также хочется отметить реку, за которой мы шли. Она носит название Псырска, что в переводе с абхазского означает «родник души» или же «пихтовый родник». Ее протяженность около 3 километров. Это одна из самых малых рек в мире. Раньше набрала свое начало высоко с гор, но по преданию считается, что после смерти святого апостола она стала брать свое начало с лобного места. Именно с той кажется пещеры, которая немного левее от меня. Ну а теперь давайте пройдем в саму келью, где и жил святой апостол. Ступеньки. Ну не поднялась. Я в тебя верю. Ты справишься, зайка. Да. 550 метров. 550. Весь этот путь. Я подумал. Хорошо, прохладно. Справа от меня находится пещера, которая носит название Акую, или же пропасть абхазских спелеологов.
Раньше эта пещера состояла из трех залов, но после того, как она обвалилась, мы с вами сможем дойти только до двери, где находится икона, и вернуться обратно. Если вы устали и в состоянии подниматься в самом келье, можете поставить свечи и помолиться здесь. Эта пещера специально устроена для тех, кто физически не может подниматься в келью. Но все же, честно говоря, эта пещера никакого отношения к святому апостолу не имеет. Итак, долгое время после смерти Симона Канонита никто не мог обнаружить место, где он жил. Но однажды один абхазский охотник совершенно случайно все же обнаружил эту келью и сообщил об этом местным жителям. Святой апостол Симон Канонит проживал здесь около 2 лет. Он спускался сверху по веревке через небольшой естественный вход, который, поднявшись в келью, вы сможете увидеть. В конце 19 века сотрудники заповедника вместе с монахами обустроили это место, построив более удобный вход и лестницу. Я вам настоятельно советую приобрести и поставить свечи за здравие своих близких и семьи, так как святой апостол является покровителем семьи и молодых супружеских пар. На этом наша экскурсия закончена. Поднимайтесь по ступенечкам в саму келью и возвращайтесь по той же ступеньке, по которой сами пришли. До свидания, спасибо за внимание, всего вам доброго. Спасибо. Ну что ж, поднимаемся по ступенькам. Вот мы поднялись келью святого Канонита. Там зайдешь? Что тут такое? О, типа алтарь. Сюда он спускался, что ли? Вот такая она келья. Вот в этой самой дырке как бы небольшое, ну, такое же диаметра квадратное помещение, а дальше направо, соответственно, отсюда заливается вода. Ну, то есть, видимо, с авиадукта вот этого, который монахи построили в Стамбуле, монастыри водой. То есть, вот эта вот дырка, как видите, сливается из дырки воды.
даже видимо вот там. Так вот это вот так. Наверное, вот тот самый родник. А я хочу сходить сюда, посмотреть, что там. Вот какие тут трубы ветхозаветные. Вода сливается. Это вот это. Тут воды. Тут как-то так. Надо перелезать. Тигиду. Вот это за виадук, по которому вода идет. Это все это снабжение перекрыто водой сейчас. Этот канал не действует, и вода идет в отступ. Раньше вот по этому виадуку вода, видимо, как раз таки действительно поступала в монастырь. А сейчас все. Не поступает, да? Ага, нет, поступает, смотрите. То есть это часть воды все-таки уходит сюда. То есть это заслонка частично регулирует подачу воды, вылетает поток. Что? Да. Это специально вот, чтобы не закрывалось, все верно. Частично вода идет сюда, а частично сюда. Поделена часть. Вот. Можно прогуляться немножко прям. Какие-то ручейки. Ух. Ручеек стекает туда. И утекает оттуда. То есть он. То есть авиадук идет вот здесь. И этот ручеек пускает воду мимо авиадука. Да, то есть. Это такая вот. Ручеек под. Вода под водой. Получается. В общем, тут все еще идет, да? А нет, это два отделения положили. Такие, как я, не лазили. Выдезинфировал. А я пройду здесь вброд. Переходя эту речку. Ну вот, нормально. Оп. Буду переодеваться. Почти забрались. У нас стоит по такой вот дорожке. Пирамидальными тополями окруженный серпантинчик. Парковка. Туда. Вот туда едем. Вот он. Ух. Афонский монастырь. Зона 10 километров. Сейчас вот парковка. Ну вот, поднялись на Афонский монастырь. На солнышке. Ну вот, мы увидели какую-то башню тоже на горе. Очевидно, тоже какая-то интересная достопримечательность. Туда явно откроется красивый вид. А вот он, Афонский монастырь. А это вот пешая тропа, по которой, видимо, люди поднимаются, туристы. Только засадных ларьков выставлено. А если мне сейчас юбочку выдадут. Ишь ты. Какой монастырь первый. Да. Не купола. Огромное здание.
Вон эти иконки. Ну ладно, пойдем. Ну что я могу сказать? Вот мы посетили Афон, опять-таки, чисто мужской компанией. Правда, новый, но они настоящие греческие. Но мы таки в нем побывали. Что не может не радовать. Вот уже подъехали к пещере, сейчас пойдем. Время, не знаю, 55. А мы сидим в машине, потому что на улице 32 градуса, а у нас здесь кондиционер. И хорошо. За эти два часа мы посетили именно спирт, соответственно, вот этот вот Новоафонский большой. Вот, и посетили, соответственно, келью. Питальца 500 рублей экскурсии. Вот. Ну, хорошо, что там нужно было обдуматься. Речка прохладная, но меня взбодрило, я себя чувствую лучше. Вот он, Новоатонский водопадик. Мы приехали его посмотреть. Ну, он небольшой. Как-то заглянули для нас. Что это такое? Это вот вторая плотина, которую построил ЧПЭК. Помнишь, она рассказывала экскурсовод? Наконец-то это искусственный водопадик. Да. Тут типа не было малярии здесь. Молодец, подвальте медведя. Гидроэлектростанция. Давай, давай. Ладно. Пошли на гель. Давайте, молодежь, вот я. Тоже есть дырка. Пойдем. Окей, пойдем дальше. Направо. Тоже. Там прям пища. Что это? Молодая растет. Что? Да, вот это, молодая. А это вот эти виадуки, видимо, одни из приходящие сюда. Вот, это похоже, что вот тот самый авиадук. Зато он пополняет, который сюда идет оттуда. Да нет, там! Там, там. Нет, я там поем. Да. Водоросли. И метеоры. Ух ты, какие рыбы. Ух. Высота. Чего себе. Вот так вот. Красиво тут. Такая красивая форелька. Озеро с форелью. Ну, а с той стороны мы уже были.
заходили в грот Симона. Канонита. Да, и заброшенная станция. Не такая. Точно. Как-то так. Ну, пойдем. Платите деньги. Да-да-да. Точно. Когда-то тут было очень величественно. В 19 веке, видимо. И станции были шикарные. Бананы. О, кстати, бананы, смотри. Ага, вот какие. Бананы. Маленькие сами бананчики. Но тем не менее растут. Ну что, вот. Крепость Анакопия. Идемте погуляем. Ну, тут уже немного. Вот она, крепость Анакопия. Какой вид. Вот они, анакопийские стены. Башня. Башня как Скайриме. Ух. Ух. Фига себе. Угу. Хрень такая по центру. Лестница, видимо, шла. Это колонна центральная, которая поддерживала лестницу. Вот так вот. Хотя не знаю. Да, дурында такая стоит. Вид, конечно. Ух. Скайрим. Не знаю, играл, не играл, да? Играл. Ну вот, точно он самый. Помнишь такие башенки? Еще бандиты со всех сторон попрут, и надо будет их валить там с лука или магией или чем там есть. Так. Как эти? Изгой его. Идем дальше. А вот и монастырь Новый Афон. Там еще какая-то крепость видна. В общем, Анакопийская крепость. Это не быстро погулять. Вот такие длинные, вот длинный маршрут. Говорят, что есть тропинки покруче, но покороче. Вот как раз где-то за поворотом начнется. Тут все руины, руины, камни. Тут были когда-то какие-то постройки, ни хрена не осталось. Остался лишь подъем в гору. Но не очень крутой. Ну вот, мы практически поднялись. Вот очередная, видимо, крепостная стена. Или замок. В общем, вот эта башня.
Вот мы и пришли. Поднимемся. Вот он. Новый Афон. Сколько времени? Фотографируй, 15 минут. Вот она. Красиво. Вот она башня. Уважаемый, половина восьмого, башня закрывается. Половина восьмого, да? Тогда идем. Идем, идем. Ну точно, знаешь, эльфийские руины, блин. Однозначно. А здесь вход, да? Не знаю. А здесь вход? Не похоже. Нет. Там? Нет. Да, это руины просто. Воду не лить. Ого. Ладно, потом наберем водички. Чуть себе прямо на горе. Пока идем в башню. Вот она, самая высокая точка. Вот недавно восстановили. Кто хочет, ставьте на паузу, читайте. Ух! Ух! Красотища! Ну что, мы сделали это? Мы сюда поднялись. Там храм. Ты сделал это. Ты молодец. Я в тебя верил, ты справилась. Что-то же нечего сказать. Да, облака такие цепляют города. Мы почти на их высоте. Афонский монастырь. Сотка его. Красивый ракурс отсюда. О. А вот это, видишь, вода, речка, которую мы там гуляли. Форелевые пруды. Железнодорожная станция. Вот какая-то еще беседка у трассы. Смотрю, непонятная. А вон явно еще одна крепость. Вон видно еще одна крепость. Сухум, наверное. Сапух. Да, эти эльфийские руины, конечно, это что-то с чем-то. Вот, как тебе? Устала. Устала? Да. Но красиво. Впечатляет. Угу. Ну вот, попили водички, достав ее вот таким вот неординарным приспособлением. Здесь явно был православный храм какой-то. А вон часовня. Часовня, да. О-о-о. Сейчас посмотрим. Тут еще башня.
разрушенная. О. Да, вот и храм. Часовенка. Все так растет. О, какая. Выросла прям на одном месте. Ух. Ничего себе. В общем. Какое количество икон. Ну, пойдемте плавненько вниз, а то потом еще ноги ломать. Ух, жир. Садись. Мы идем вниз по тропинке убыстренной. Такая вот она. Давай. Крепость. Вид отсюда. А мы темными чигирями, читерскими тропинками идем вниз.